Жучки завелись в московском варенье. Организаторов популярного столичного фестиваля, где представляют дары природы, проверят на коррупцию. Речь идет о государственном бюджетном учреждении «Московские ярмарки». В офисе его основного подрядчика МФ Групп сотрудники обнаружили жучки, прослушивающие устройства и камеры. Техника позволяет записывать все разговоры в радиусе 5 метров. Как удалось выяснить, Лайфу установили их сотрудники ФСБ. Наши источники говорят, что с помощью прослушки спецслужбы проверяли финансовую чистоту компании, а также ее партнеров. В первую очередь из правительства Москвы. Дело в том, что МФ Групп появилась в 2015 году и сразу же стала брать самые выгодные крупные контракты от московских ярмарок. Так, например, на проведение в 2016 году фестиваля «Московское варенье» из бюджета Москвы потратили 152 миллиона рублей.